Итак, всем привет! Этот видос про хитиновую броню, которую я долбанными часами собирал все эти ресурсы. Просто это полная задница. Но я это сделал. Самое главное — это собрать нитки и хлопок, 30 штук. Далее идет 6 панцирей и 60 биоматериала огненного паука. Далее 600 паутины надо и 450 полимера. Далее купить щелочь и собрать 90 угля. И 2 комплекта инструментов: плоскозубцы и длинногубцы. Вроде ничего не забыл. Первым делом нужно в горне сфигачить вот это вот. Обработанную панцирь огненного паука. Нитки-то это по 5. Сейчас буду, я не знаю, записывать, что ли, сколько это все стоит. 30 ниток стоит 150. Панцирей 6 штук стоит 900. Био стоит 3000. 450 полимера 11250. 600 паутины стоит 4800. 3 щелочи стоит 6000. 90 угля стоит 450. Плоскозубцы, они что там, почем? 84. И в итоге вся цена будет в сумму 26 634 тысячи. 26 косарей на ингредиенты, которые нужны для крафта брони. Теперь погнали крафтить. Первым делом это горн. Вон горн. И тут есть обработанный панцирь. Давай создать, создать, создать. 3 штуки. О, полчаса. Окей. Встречаемся через полчаса. Мы открываем горн и видим 3 штучки. Обработанный панцирь огненного паука. 3 штуки. Окей. Далее берем полимерную ткань. Для создания надо херву тучу. Раз, два, три. Хо, благо все хватило. И ждем также полчаса. Итак, спустя 30 минут открываем и смотрим. Ткань забираем. Все, теперь что у нас нужно? Все, делаем хитиновую ткань, идем на пресс. Открываем. Хитиновая ткань. Раз, два, три. Все, ждем полчаса. Взял одну хитиновую ткань. Теперь что можно скрафтить? Вот штаны, допустим, да? То есть штаны создать. Создаем штаны. Хитиновая ткань, она делается здесь. Она делается тоже полчаса. То есть 3 юза, полчаса. Потом крафтится штаны 15 минут. И получается куртка тоже сейчас на 15 минут. По 15 минут. И то крафтится, короче, усиленная хитиновая куртка. Ну, все, ждем 20 минут. И потом это все на себе примеряем. Итак, спустя полчаса открываем пресс-машину. И вытаскиваем долгожданный броник. Посмотреть информация. Вот так он сейчас прогрузится. Вот он. Можно его покрасить, я так понял. В охеренный какой-нибудь красный огненный. Все, как это выглядит? Охрененно это выглядит. Посмотрим, как на них сядет, вот на штаны, допустим. Сядет бронька, камуфляж какой-нибудь. Смотри, пока. Пока все нормально. Даже не прогружается. Вот как сойдет. Вот такой суровый вообще камуфляж. Песчаный, огненный, кстати. Огненный вообще в тему. По умолчанию. Ну-ка, если цвет ему придать. Ткань, допустим, черная. О, прикольно. Черная ткань. По умолчанию так красиво выглядит. Давай вот. Ткань тоже черная, белая. Белая не очень, конечно. Камуфляжи как садятся. То есть вообще оно сам по себе броник охеренный.
Ну, отлично вообще. Собрал, успел. У некоторых уже видел штаны. Вот так это выглядит, если брать персонажа. Как-то вот так это все выглядит сблизи. О, тут они, кстати, расширяются. То есть, когда в натуре как штаны, да? Сзади вот так вот. Ну, короче, ничего, нормально, мне нравится. Собрал, спасибо всем, кто помогал. Спасибо там за паутину, что нафармили с Николаем. Еще один человек помогал. Насчет полимера мне скинул. Так что всем спасибо. Я рад, что я его собрал. Буду собирать также второй сет, потому что мне нужно на наемника и на какого, короче, на инженера, на снайпера, походу, тоже. Поэтому я посмотрел, поставил таблицу. Он даже круче, чем средний бронежилет, и даже круче, чем тяжелый бронежилет. Так что надо три сета обязательно. И это будет эпик. И плюс тут SL третьей пластины, которая еще поддерживает. То и просто улетит. Броня улетит в топ просто. Так что всем удачи. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И скоро будут новые видосы, а также стримчанские. Пока-пока.